Полагаю, ключи от собственных квартир получили 108 участников программы «Доступное жилье». У новой многоэтажки, которую возвели всего за год, отличное расположение. Окна квартир выходят на живописный берег реки Усолка. В микрорайоне, который вырос здесь за годы независимости, уже живут почти 40 тысяч горожан. По данным областного акимата, в очереди за ордерами сейчас стоят 12 тысяч человек. А до новогодних праздников планируется сдать в эксплуатацию еще как минимум 7-8 многоквартирных домов. Глава государства в своем послании Нурлыжол «Путь в будущее» одним из главных как раз приоритетов определил укрепление жилищной инфраструктуры. Целью сокращения этой очереди в этом году за счет всех источников финансирования мы планируем ввести 165 тысяч квадратных метров жилья, на следующий год еще 160-170 тысяч введем. Желаю всем добиваться таких же успехов, получать такое же жилье. Наступил сегодня долгожданный день, счастливый для меня день, что вот получили ключи от двухкомнатной квартиры. Новоселье отмечают и молодые рабочие местного электролизного завода. Металлургическое предприятие за свой счет ввело в эксплуатацию общежитие на 100 с лишним семей. Среди обладателей временного жилья только молодые семьи, которые приехали в Павлодар из других регионов страны. В будущем от завода они смогут получить и собственные квартиры. Один жилой дом предприятие уже построило и теперь намерено продолжить начатое.